Арбалет впервые появился в Европе в X веке. Более медленный, чем обычный лук, он был гораздо менее требователен к навыкам своего стрелка и при этом мощнее обычного лука. Со временем арбалет стал доминирующим оружием пехоты на поле боя. Арбалет представляет собой по сути очень короткий, но мощный лук, лежащий на опоре. Стрелок натягивает тетиву обычно при помощи механического рычага, чтобы взвести курок, а затем помещает болт, короткую стрелу, в паз в ложе. Затем стрелок целится и спускает курок, что освобождает тетиву и отправляет болт в полет. Помимо уже указанных преимуществ, из арбалета можно было стрелять с колена или лежа на животе, что невозможно для лука. И снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы продолжаем играть в Цивилизацию 5, Боги и Короли. В прошлой серии мы объявили войну, в очередной раз объявили войну Гарун аль-Рашиду. Просто потому, что у него здесь много нефти. Думали, что там ядерное оружие где-то прячет или ядерную бомбу, но все из-за нефти, конечно, вы понимаете. Поэтому давайте его немного покоцаем. Может, он и так отдаст этот город. Без бою. Хотя вряд ли. Да, вот сюда еще рабочих надо пригнать, кстати. Забыл про эту клеточку. Так, обстреливает наш фрегат. Блин, наших стрелков, смотрите, тоже коцают. Да, эта пушка много урона нам принесет. Ничего, подлечимся. Алма-Ата мочит, короче, поселенцев аравийских. Ну, правильно. Сейчас еще из Дамаска мы бабахнем. У подлинного произведения искусства столько же прав на существование, сколько у солнца и земли. Ральф Уолдо Эмерсон. Лувр. Рядом с городом, где было построено чудо, появляются два великих художника. У нас теперь есть два великих художника, это отлично. Так, смотрим, у наших бойцов достаточно опыта для повышения квалификации. А, тех, что обстреляли, да? Так, ну они у нас не лохи, у них есть шок второго уровня. Так, нужно, чтобы... Так, их обстреливают же, поэтому мы выберем прикрытие. Плюс 33 к обороне против дальнобойных атак. Вот так вот. И лечитесь, вставайте. Так, вот и наши кавалеристы. Кавалеристы будут у нас атаковать. Мек когда сюда не достанет, поэтому... Вперед, кавалерия. Я, кстати, не помню, может ли кавалерия отступать. Ну, в этом не было необходимости. Молодцы. Хорошо сработали. Так. Город Дамаск. Давай, добивай поселенцев. Нифига тут размножаться. Вот так вот. Так, великий художник был создан вами по просьбе Лиссабона. Их ученые потрясены. Наше влияние возросло на 40. Теперь этот город наш союзник. Он приморский, будет давать плюс 3 пищи в столице и плюс 1 в других городах. Мы получим редкие стратегические ресурсы от него. Так, Лиссабон объявляет войну противника Руляшит. Ну, понятно. Влияние на Гонконг снизилось. Плевать. Алма-Ата передает нам юнит. О, это еще один отряд. Михал Сефари. В принципе, неплохие, да? Он сразу прокачанный, смотрите-ка, у них муштра прокачана. Давайте шок прокачаем тоже. И отправим сюда, к нам, в зону боевых действий. Вот куда вот эти прут, ребята? Надо их перехватить. Так, победа. Давай, мочи. Так, порубали неплохо так. Да, кстати, в Медине я хотел прикупить... Кого? Пулеметы Гатлинга, да, там нет защиты.
гарнизона нету. Так, Рагуза в восторге от нашего технологического прогресса. Их ученые, и интеллектуалы считают теперь другие цивилизации отсталыми, а ваше влияние на них возросло на 40. Отлично. Враги на наших землях, да, мы их грохнули. Чечен-Ыца наконец-то построила суд, монумент. Чечен-Ыца тоже должен быть таким неплохим городом. Продукция 49, золото 46, наука 41, отлично. Мне нравится. Так, выбираем проект в городе Персеполис. Да-да-да, у нас же Лувр построили. В этом самом городе, в нашей столице. Так, чтобы нам построить еще. В принципе, город растет. В больнице особой нужды нету. По культуре у нас немного просаживаемся. А, и по, ну, по пище нормально. Давайте музей. Так, это у нас памятник, да? Культуры. Выбираем проект в городе Пасаргады. Пусть это будет у нас пулемет Гатлинга для второго поселенца. Здесь у нас готова фабрика в городе Сузы. Ну да, да, помню, давно уже строил. Так, наука, отлично, научный город такой. Больница 10, арсенал, военная академия, музей. Да, музей строю. Будем оккультуриваться. Так, город Гуанчжоу построил очередного поселенца. И будет теперь строить у нас он. Чего он будет строить? Мельницу. Город вот растет. Давай мельницу. Выбираем проект в городе Шанхай. Они построили музей. Так. Университет. Давай университет, потому что 23 у нас по науке. Проект в городе Гордий. Сколько проектов-то зарешено? Да это радует. В городе Гордий стен до сих пор нету. Печально. Ой, святилища нету. Давай святилище. Да, город относительно молодой. Поэтому там пока ничего нету толком. Город Бактра, который еще моложе, но он развивается неплохо, так как у него там неплохая производительность. Театр, вот. В принципе, у нас 42 вот этих вот самых очка. Настроение, гавань, что ли, построить, казармы. Каменная мастерская, вот, каменной мастерской до сих пор нету, хотя здесь есть камень, да, у нас? Две каменоломни, да, давай каменную мастерскую. Проект в городе Сарды. Они построили храм. Теперь будут строить кузницу, что дает прирост производства в 15%. Рядом с железом. Железо есть? Есть. Давай кузницу. Проект в городе Белград. В городе Белград это будет, наверное, все-таки университет. Ты смотри, да, сколько городов закончили. Город Сиань. Монумент закончил. Так, город пока растет. Амбар. Ну да, амбар нужен. Амбар строй. Так, теперь вторгаться, я думаю, смысла нету. Давайте вылечитесь. Вы продвигаетесь к городу Наджаран. Так, вот эти... Блин, какие клетки обстреливаются? Вот эти... А, все клетки здесь рядом обстреливаются. Давай вот на эту клеточку встань. И стой пока. Так, ты бабахай по Наджарану. Молодец. Теперь твоя очередь. Отлично. Уже в желтую зону перешло. Так, вы построили торговый пост. На эту клетку вас надо перебросить. Работаем, ребята.
Поселенцы. Поселенцы у нас идут вот сюда. Скажем, сюда. 10 ходов. Окей, давайте-ка. Так, 15 последователей буддизма, 1 последователь зороастризма. В результате этого зороастризм возрастет на 15 и доминирующий станет доминирующей религией. Ха-ха-ха. Открыто достижение святей Папы Римского. Прикольно. Так, что там у нас получилось-то? Все, полный зороастризм у вас. А, и, кстати, мой юнит исчез. То есть, 4 раза им можно пользоваться. Так, уланы наши. Да пусть стоят, я думаю. Да, или сюда их направить. Да давайте сюда направим. Они быстро прискачут, наверное. Так, а вы жахаете вот по этой пушке. Да, артиллерия, конечно, тема. Молодцы. 300 очков заработали. Так, пушки продвигаются у нас дальше на север. Артиллерия, вернее. Так, вы, ребята, тоже на север. Ну, пока стойте, конечно. Ты лечись. Эти артиллерийская батарея сюда, да? Или будет Наджран обстреливать их будет? Да, будет доставать. Тогда сюда. Да, на эту клеточку. И эту артиллерийскую батарею поставим на эту клеточку. А после. Так, разворачивайся. Так, вы, ребятки, стойте. Великий полководец, давай на клетку назад пойдем. Не хочу тебя потерять, как это уже было. Так, мы разведываем. Ну, местность, конечно, мне нравится. Хоть и пустыня. Так, вот и наши великие художники. Оган Вольфганд фон Гёте. Иоганн, да, вроде? Ой, подожди. Иоганн Вольфганд фон Гёте. Что он может? Может построить у нас памятник культуры. И исчезнет при этом. Подарив нам 5 культуры. Может начать золотой век. Давайте одного. Вообще-то я не склонен, да, вот делать такие единовременные бонусы, как золотой век начать. Я думаю, лучше построить нам. Скажем, вот здесь рядом с городом Дамаском, вообще, я думаю, будет шикарно построить такую вещь. Культура-то она такая. Вот. Рядом с городом Персиполис у нас есть уже памятник культуры. Вот. Поэтому сделаем один памятник культуре на севере. Вот здесь вот, скажем. Блин, тут войска вражеские. Ну давай сюда, что ли. Вот. А этого сделаем на юге. Рядом с городом Нанкином. Или Бухарестом. Где у нас Бухарест? А, Чечницей. Я думаю, рядом с городом Нанкином. Здесь полно свободного места, так что вот сюда куда-нибудь его запихуем. Так, победа. Атакуем. Атакуем, я сказал. Почему они не атакуют, не пойму. А, или это по... Я понял, да, это они должны отступить. Мы в данном случае не отступаем. Кстати, давайте-ка вот этими Михаил Сафари. Ну или ладно, стойте, Михаил Сафари. Стойте. Крепитесь даже. Вот так вот. Осматриваем свои владения.
Так, ты все-таки на это, да, настроен? Это тебе что-то борзеет, может, их жахнуть надо? Так, золотой век проходит. Ну да ладно. Бухарест предоставляет вам как союзнику ресурсы, которые они недавно получили. Это алюминий. Отлично, мы еще свой алюминий открыли, они уже поставляют нам алюминий. Выгодный союзник. Так, истек срок действия договора, по которому Александр получал от нас трюфели. И шелк. Давал нам слоновую кость. Печально. Он не хочет, кстати, его продлить. Александр. Вот он наш Александр. Ты? Вот наш кровожадный маньяк. Так. Слоновую кость. Что хочешь? Блин, ты много хочешь. Уголь хочет, нефть хочет. Да сейчас прям. Нет, это совсем не выгодно, Александр. Ты извини меня, конечно. Мне легче тебя захватить. Так, ну вот в принципе и все. Вот это местечко нашего будущего города. Мы будем граничить с Римом. И с Швецией, да? Извиняюсь. Это Швеция, да, по-моему, кто это они? Швеция, правильно. Ну, они как бы лохи, да, сюда. Города у них все разрозненные. Вот государство, вот, по-моему, это и все, что государство. Вот здесь еще их один город. Рядом с Ватиканом. А, я здесь же хотел где-то город еще обосновать. А вот здесь нефть появилась. Хотя, нет, не хочу. Так, вы успешно выполнили все, о чем вас просила Женева, создав чудо Лувр. И наше влияние увеличится на 40. Группа жителей Лавента узнала о догматах зороастризма. Хотят зороастризм, понятно. А также Лувр просил Квебек. И мы теперь друг Квебека. Союзник Майянца у них. У них неплохо, тогда нефть, 3 штуки есть, хлопок. Давайте пообещаем защиту на зло Майя. Вот так вот. Так, тем временем чеченица построила монумент. А вот строй святилище еще. Будем свою... А, вот, кстати, да. Святилище. Мы же можем купить великого пророка. У нас есть 900 веры. И будем обращать дальше майянское государство свою веру. Так, в городе Медина построили театр. Ой, казарм там нету, смотри-ка. Казармы срочно стройте. Так, ребятки, восстановились, да? Ну, там и стойте. А, подожди, как там стойте? А, ну да, там и стойте. Потому что сюда пойдем, нас будет обстреливать на Джаран. Ну, давай пойдем сюда. В принципе, мы можем... А, нет, здесь будет Багдад обстреливать. Здесь Наджран, здесь Багдад. Сюда вот пойдем. Пока стоим. Так, залп. Интересно, выдержит ли вот этот фрегат еще один залп? Из города. Я думаю, да. Поэтому... Давай, бахай. Так, наконец-то наши рабочие построили нефтяную вышку. У нас теперь 10 нефти. Еще у нас нефть есть вот здесь. Давайте, дуйте сюда. Так, наши ребята заняли место будущего города. Тут пускай стоят. Даже укрепитесь. Так, эти отступили. В принципе, ну и пусть станем сюда.
своим отрядом уланов. И укрепимся. А, не умеете укрепляться? Вставайте на дежурство. Так, пулемет Гатлинга встает в гарнизон. Кавалеристы неплохо так жахнут. Но их жахнут из города, да? Раз, два. Да, поэтому встаем на свою территорию. Вот, и лечимся. Так, артиллерийская батарея подходит поближе к городу Наджирану. Так, стрелки здесь, все правильно, остаются здесь пока, великий полководец здесь. Так, пулеметы Гатлинга, ну давайте чуть вперед пройдем. И жахаем по городу Наджиран. Ух, отлично как, блин, можно выступать уже на этот город. Давайте еще один залп. Ну все, как бы осталось дело техники. Да, начать атаку. Отлично, Наджиран взят. Получили 87 золота. В результате аннексии города недовольство державы увеличится на 6. Плевать, у меня 40 довольных граждан. Можем вообще весь... всю Аравию захватить. Окей, окей, так, сразу покупаем вот эту клетку. И, ну, вот эту купим тоже. Денег-то. Дай бог здоровья. Культуры нету. Вот эту тоже купим. Тут у нас крабы. А, нет, черт возьми, вот здесь крабы. Ну ладно, не помешает. В городе Наджиран будем строить суд. Судить будем всех неугодных нашему режиму. А нечего было на Бухарест нападать. Так, у этого бедолаги осталось два города. Ну, с двумя городами не знаю, что он будет сделать. Тем более, эти два города мне очень привлекательны. Потому что около города Багдада есть золото. Куча золота. Мрамор есть, камень есть. У города Мекка есть уголь. Есть нефть вот здесь чуть-чуть, и золото, кстати, тоже есть. Ну, я думаю, надо добивать, надо добивать. Следующий ход. Работяги строят ферму, предлагают. Да, блин, не знаю, нафига здесь ферма? Скажите мне, пожалуйста. Давайте построим торговый пост. Допустим, если Гарун аль-Рашид захочет заключить со мной мир, что он сможет мне предложить, кроме Багдада? Ничего, я и не соглашусь на меньшее. Останется от него одна столица, только это как-то бессмысленно. Верно? Или мне почудилось? Что электричество преобразило мир вещей в гигантский трепещущий нерв, раскинувшийся на сотни километров в одно мгновение. Натаниэль Готорн. Вероятно, какой-то изобретатель. Так, наши фрегаты получили повышение. Это радиус обзора, маневренность, бомбардировка. Против сухопутников. Бомбардировка против флота. Ну, нам больше, наверное, нужна. Хотя давайте его сделаем немного сбалансированным. Пусть против флота тоже наведение 2 будет. Молодец. Заходи сюда и лечись. Так, второй фрегат. Он у нас новичок, поэтому повысим ему бомбардировку. И сразу же отправим его к Багдаду. Он не достанет, да, до Багдада.
А, не достанет вот с этой клетки. И с этой клетки можно достать. Ну, давай. Так, ты вылечился, да? Ну, ты как бы бесполезна у нас, парнишка, в войне. Поэтому укрепись, стой здесь. Так, очередной великий пророк на наших землях появился. Сейчас мы оставим вообще, то есть без всякой веры нашего Покаля. Давай, дуй-ка в Ушмаль, да? Ушмаль, Тулум. Думаю, хватит, да? 2-3 города осталось неверующих в нашу веру, в смысле. Так, построили, да, что-то лесопилку. Ну, тут, в принципе, больше клеточек как бы и нету, необработанных. Да, вот это что за клетка? Что у нас здесь? Ферма. Есть. Тут тоже как бы необработанных клеток нету. Вот здесь что у нас? Лагерь. Отлично. Город Сиань тоже не располагает. А, нет, есть. Так, эти клетки все обработаны. Обработаны, обработаны. Вот она, клетка необработанная. Давай тогда дуй сюда. Так, в городе Пекин. Пулемет Гатлинга. А, все, понял. Пулемет Гатлинга у нас едет сюда. Рабочие. Около города Пекин. Тоже, да, все клеточки обработаны. Вот здесь не обработано. Лесок такой. Так, ну что, строим здесь прям. Так, он будет не в городе Дамаске, в городе Тарсе. Нет, тоже не в городе Тарсе. Тогда дуй вот сюда, вот. Прям рядом с городом Дамаском. Построим. Так, вот и Михаил Сафари подъехали. Подплыли, вернее. Приплыли. Так, вы, ребятки, оставайтесь на дежурстве. Так, вы укрепиться можете, не можете. Также оставайтесь на дежурстве. Так, подойти к Багдаду сможем мы? Раз, два, блин. Не могу так. Да, на одну клеточку можно подойти. Так, а здесь Мекка тоже не достанет. Поэтому вторгаемся. Сюда, сюда уже подойти не сможем. Ты смотри-ка, заводской комплекс у них здесь. Круто. Так, подождите, у нас же есть алюминий. Алюминий был вот здесь обнаружен рядом с чеченицей. Здесь же у нас были эти... алмазы. А, нет, алмазов не было. Шучу. Ну, круто. Как бы уже он у нас есть. Там есть рудник, поэтому добывается. Еще одни залежи рядом с городом Пекин. Пардон. Надо отправить сюда рабочих. Городу чеченица требуются крабы. Скоро будут, ребят, скоро будут. Городу Белград требуются цитрусовые. Цитрусовых, к сожалению, нету. Слоновая кость тоже нам. Против меня ввели какой-то, блин, эмбарго, что ли. Все готовы со мной торговать, но по сумасшедшим ценам. Так, эти ребята чем у нас занимаются? Повышением. А, они у нас отправляются на остров, да? На остров я отправил вроде один отряд. Так что этот отряд отправляется сюда. Или нет? Или на остров? Ну, пусть на острове дислоцируется. Так, Лавента больше не наш союзник. Как это печально. Лавенточка, ты что? Денег тебе дать, что ли? Ну, на тебе золото. Сколько у меня? 59 очков. На. Мне просто вера нужна. 8 веры дает. Так... Так, это пустые сообщения. Рим теперь союзник Валетты. Поливать на них, на всех. Так, мне нужно.
криогеника сейчас, потому что у меня стоит на море один бесхозный ресурс нефти. Изучаем криогенику. Так, чеченица без стен. Позорно, давай строю стены. Убираем проект в городе Тарс. В городе Тарс, в принципе, по науке неплохо. По денежкам у нас немножечко денежек не хватает. По денежкам ничего не можем предложить. Ничего. Культура. А, вот, кстати, по денежкам. Золото плюс 33%, и наука плюс 1. В городе должен быть банк. Ну, видимо, он там есть. Поэтому, да, строим как бы биржу. Биржа. Выбираем проект в городе Горди. Город Горди, город Горди. Гавань предлагают. Ой, стен нету. Стены. Однозначно стены. Город Горди тоже такой, да, уже здоровый. Хотя и молодой, я говорил. Также проект в городе Пекин. Город Пекин, бывшая столица Китая. Ну, как-то он не задался, такой неказистый городок, в общем. Что там будет? Город вроде растет, ГЭС увеличит производство, но схавает алюминий. В принципе, у нас много алюминия. Фабрика увеличит производство, схавает уголь. Биржа, вот. Биржу и построим. Так, начинаем боевые действия против города Багдад. Отсюда дострельнем? Нет, мешает заводской комплекс. Да, у них два заводских комплекса. Ладно. Так, сюда пройдем, нас будет атаковать Багдад. Ну-ка сюда, если пройдем. Так, а эти пушечки мы продвинем сюда. Да, кстати, мы захватили кратер Беренджера. Я вам хочу сказать, вот он. Так, а это, соответственно, нет, сюда поставить нельзя. Сюда, что ли, поставить? Давайте дойдем, там увидим. Так, стрелки. Если поставим сюда, уже начнет атаковать. Потому что две клетки он бьет. Сюда тоже не можем поставить. Там город Мекка. Давайте он будет как бы у нас... с севера его завести. Да нет, вряд ли. Ну ладно, стань пока сюда, там придумаем. Куда тебе? Так, великий полководец. Да, куда-нибудь сюда. Наши пулеметчики идут на замен гарнизону города Наржан, Наджран. Стрелки покалечить, пока есть время. Рабочих мы захватили. Отлично! Рабочие нам здесь очень нужны. Стройте буровую. И следующий ход, я думаю, мы сделаем в следующей серии. В следующей серии уже захватим Багдад и Мекку и покончим, наконец, с аравийским государством. Потому что предавать нельзя. Мы с Аравией, напомню, были друзьями. Но почему-то он, Гарун аль-Рашид, меня внезапно осудил. Ну, ни за что, я не видел никаких причин. Разве что вот селился рядом с ним, вот. Город Тарс построил рядом с городом Дамаском, бывшим городом, принадлежавшим аравийскому государству. Но как бы то ни было, все это будет в следующей серии. С вами, надеюсь, увидимся. А чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам ничего, а мне приятно. Всем всего доброго, пока.